Омске прошли традиционные соревнования по плаванию на призы заслуженного мастера спорта, первого мяча, который стал обладателем олимпийского золота, Юрия Мухина. В соревнованиях приняли участие 250 представителей спортивных школ Омского региона. Обладателей призов Юрия Мухина определяли независимо от стиля плавания и по количеству очков. В первую очередь это пропаганда плавания, чтобы чем больше занимается. Родители посмотрят телевизор, увидят, что маленькие пловцы, что это как красиво, зрелищно. Потому что плавание необходимо всем, жизненный навык. Впервые в этом году в программе соревнований появился новый заплыв «Олимпийские надежды» для самых юных пловцов. Сегодня эти молодые дарования впервые почувствовали дух соревнований и сделали маленький шаг в спортивную жизнь. Мне очень нравится плавать. Ну, это моя гордость, я горжусь собой, я горжусь своими тренерами. Я очень доволен, потому что обычно я проплывал куда медленнее. Сейчас секунд на 4-5 быстрее проплыл. Я поставил перед собой цель поучаствовать как можно больше в соревнованиях, попытаться стать также олимпийским чемпионом. Когда-то с таких соревнований начинали свой путь профессиональные спортсмены, выступающие теперь уже на международном уровне. Радует, что на каждую Олимпиаду у нас есть один представитель из Омской области. Но и сейчас у нас большая надежда, и не буду сглазить, что попадет, и не просто попадет, а Григорий Тарасевич на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Для взрослых и юниоров в феврале в городе Абакане пройдет зональный чемпионат по плаванию, на котором будут отбираться спортсмены для участия на Кубок России. И если повезет, то летом всей страной будем болеть и поддерживать наших на летних Олимпийских играх в Бразилии.